Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой Международного валютного фонда в обмен на проведение в стране реформ. Этой ночью глава государства и директор МВФ Кристин Лагард по телефону согласовали дорожную карту необходимых преобразований. Ранее США пригрозили прекратить кредитовать Украину, если та не ускорит процесс оптимизации государственного управления и провалит план по борьбе с коррупцией. После чего Порошенко заявил, что настроен на перезагрузку в кабинете министров, но без досрочных парламентских выборов. Они, по мнению президента, только усилят разногласия.